Сегодня будем готовить рецепт крепкого сливочного ликера. Для рецепта нам понадобятся конфеты «Коровка» и вискарик. Конфет 500 грамм, 0,7 вискаря. И вот такая литровая баночка у меня есть герметичная, но подойдет либо бутылка, либо еще что-нибудь, что у вас есть. Конфеты мы почистили, теперь заливаем. Цвет, конечно, странный получился. Теперь убираем ее на 3 дня и периодически перемешиваем. Утро следующего дня я пошел проверять напиток, а он, оказывается, готов. Конфеты растворились. Правда, а есть осадок, потому что конфеты попались с кунжутом и маком. Но я думаю, на вкус это не повлияет. Время 10 утра. Ну что ж, будем пробовать. На запах немножко алкоголя, но больше конфетами. А на вкус больше похож на Бейлис. Но не сильно крепкий.